Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня сделаем очень простой в исполнении бантик. Для работы потребуется 1 метр голубой атласной ленты в горошек шириной 4 сантиметра и 1 метр белой атласной ленты шириной также 4 сантиметра. Нарезаем ленты на отрезки. Голубую в горошек на 4 отрезка длиной по 11 сантиметров и белую также на 4 отрезка по 11 сантиметров. Далее голубую на 2 отрезка по 10 сантиметров и белую тоже на 2 отрезка по 10 сантиметров. И голубую на 4 отрезка по 9 сантиметров и белую на 4 отрезка также по 9 сантиметров. Берем голубой и белые отрезки одинаковой длины, складываем их вместе изнаночными сторонами. Обрабатываем края огнем. Таким образом обрабатываем попарно все отрезки. Теперь заготовку длиной 11 см складываем пополам и уголки верхней половинки поворачиваем к середине. Скрепляем иголкой. Точно так же делаем и с заготовками по 10 сантиметров. Далее нанизываем заготовки на иголку с ниткой. Заготовку длиной 10 сантиметров располагаем сверху посередине между заготовками длиной по 11 сантиметров. Затягиваем и закрепляем нить. Точно так же делаем и вторую половину бантика. Сшиваем обе половины бантика вместе. Теперь складываем заготовки длиной по 9 сантиметров и сразу нанизываем их на иголку с ниткой.
Далее соединяем оба бантика вместе. Приклеим на середину бантика отрезок голубой ленты. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!